Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Дмитрия Ишанькина, заслуженного тренера России. Сегодня речь пойдет о коленях. Как сделать так, чтобы не получить травму, укрепить колени? Какие упражнения можно делать, нужно делать и к кому обращаться? Проспект Мира, Москва. С Юрием хотел вас познакомить и задать ваши же, дорогие друзья, вопросы. Мне предстоит процедура ударно-волновая терапия. И доктор Павел Липинский. Что такое ударно-волновая терапия, что дает, чем помогает? Ударно-волновая терапия – это, по сути, методика, которая позволяет нам управлять воспалением. То есть там, где есть хроническое воспаление, и организм не тратит достаточно усилий, чтобы его заживить, мы обостряем его с целью заживления. Потому что все в организме работает. Повреждение, заживление. Бывает, что микроповреждение и заживление не наступает. И мы обостряем и заживляем. Вот так вот. Обострим мое микровоспаление. Надрыв у нас был вот здесь. Да, надрыв получается. Вот здесь. А вот здесь не болит сейчас? А вот сейчас где-то, вот, наверное, вот эта гусинлапка, да, ее называют? Да, гусинлапка. То есть она держит вот пошла. Это. Да, но не так. То есть вот они пошли, и вот сюда все три пришли. Я когда в хорошей форме, в рельефе, прям в сухой, я смотрел, когда вот ее видно, значит, я готов. Да-да. Приседание я как бы делаю спокойно, выпуклое делаю вот нормально. Находим сухожилие четырехглавой мышцы и место его крепления к бугристой большеберцовой кости. И, собственно говоря, обычно вот эти микроповреждения возникают там, где ткани разные по плотности переходят друг в друга, то есть сухожилия переходят в кости. Или же, вот, например, четырехглавые мышцы, тут сразу два перехода. Сухожилие, кость, кость, сухожилие и опять кость. Mm-hmm. Вот, соответственно, тут место для воспаления может быть раз, два, три. Ну, собственно, начинаем. Там рвется или мышца от связки, или связка от кости, да, обычно как это? Да. Ну, там сухожилия, это ж такие структуры из тысяч тонких ниточек. И обычно из тысячи ниточек порвалось, допустим, 50. Этого достаточно для того, чтобы уже начало болеть и чтобы нарушалась функция. Но сама по себе биомеханика нарушается только из-за боли, а не из-за того, что что-то сильно оторвалось. Если оторвалось сильно, надо пришивать. То тут нечего ударно волновую делать. Если надорвалось, то болит и мешает жить. Не, я имею в виду, вот бицепсы отрывают. То есть в каком месте он отрывается? Он же не пополам это кусок мышцы. Вот бывает пополам, но чаще всего это либо дистальное сухожилие, оно крепится к лучевой кости, либо проксимальные, но их там два сухожилия, соответственно, крепятся оба к лопатке, одна к бугристой, вторая. Процедура не должна быть издевательством, то есть должно быть больно, но терпимо. Если оценивать болевые ощущения по 10-бальной шкале, должно быть от 5 до 8 баллов. То есть в обморок падать не нужно, но и так лежать, чтобы отдыхать, тоже не нужно. Прекрасно. То есть должно быть больно. Должно быть, да. Должно быть больно, но терпимо. То есть процедура не должна быть каким-то бесконечным мучением. То есть некоторые доктора считают, что чем больнее, тем лучше. Ну, оно так формально, да, но все-таки процедура не должна быть каким-то таким стрессом для пациента. Так, а если не помогает ударно-волновая, что делают? По-разному. То есть, в любом случае, ударно-волновая в качестве монотерапии не используется. То есть ударно-волновая делается на фоне чего-то еще. То есть чаще всего это либо какие-то внутрисуставные инъекции, лечебная физкультура обязательно, модификация спортивной активности, которая привела, собственно, к болезни. То есть если это болезнь перетруживания, то, соответственно, нагрузку нужно снизить, но полностью не отказываться. И добавлять упражнения на стабилизацию, на разработку, чтобы усилить кровоток, в том числе за счет упражнений. Супер. Усилить кровоток. Можно и так? Теоретически, да. То есть ЛФК, по сути, это нужно, нужен полный объем с меньшими отягощениями, и то есть прорабатывать не только мощные мышцы, но и все мышечные группы. Чаще всего бывает такая ловушка заключается в том, что болеть перестают значительно раньше, чем успеть зажить. Потому что на заживление требуется обычно. На заживление обычно сухожилий требуется 6-8 недель, то есть 1,5-2 месяца. И
а болеть перестают обычно через 2-3 недели. И люди понимают, что они как бы здоровы, начинают опять грузить и повторяются. При работе с плечевым суставом нужно знать анатомию плечевого сустава. Есть 4 основные мышцы. Ротаторы плеча, или они же вращающие манжеты плеча. Их 4 штуки. Надостная, потому что расположена над остью лопатки. Подостная, малая, круглая. И подлопаточная мышца. Подлопаточная единственная из всех крепится к малому бугорку. Все остальные 3 к большому бугорку. Подлопаточная мышца поворачивает руку, приводит и заводит за спину. Все остальные мышцы отводят и поднимают вверх. И, соответственно, место нашего приложения – это малый бугорок, сухожилие длинной головки бицепса, большой бугорок, сами брюшки мышц и мышцы, которые вовлекаются косвенно в процесс – это дельтовидная и трапециевидная. А можно вопрос? А вопрос – упражнения на надостную и подостную, показывают резины туда. То есть, а неправильнее было бы сюда это делать, нет? Правильно. Надостная мышца делает, она отводит 15 градусов, вот такое движение. Соответственно, это можно отводить с резины 15 градусов, потому что дальше включается дельта. Или же от 90 и выше, это тоже она. Но тогда это вот такое будет упражнение, вот это надостное. Понимаешь, что укрепляет связки работа все-таки с весом, с нагрузкой? Это все так. Это... Проблема вот в чем? В том, что мелкие мышцы, ротаторы, они имеют мощных дублеров, например, дельту. И если мы работаем с весами, а мелкие мышцы повреждены или не работают, то дельта будет работать, и человек начинает, например, поднимает руки вверх, и то плечо, которое работает нормально, поднимается нормально, то, которое болит, поднимается вот так. То есть напрягает трапецию и дельту, и человек как бы вот сам себя обманывает. И бывает, люди даже этого не замечают. Ты говоришь, поднимите руки вверх. Поднял, нормально. И работа с резинками, она нужна для чего? Для того, чтобы был моторный контроль, чтобы человек вместо вот этого движения делал нормальное движение в плечевом суставе, чтобы человек научился чувствовать вот эти мелкие мышцы, и чтобы мышцы насыщались кровью. Тогда будет процесс заживления, тогда, собственно, в этом и заключается реабилитация. Такое положение для руки правильное, мы как раз мы разворачиваем бугорки вперед, потому что если руку мы поворачиваем внутрь, маленький бугорок уйдет под мышку, и до него будет не достать. Ай-яй, да, так сказать. Нащупал. На что похоже ощущение? Ну, как будто вот глубоко вставляют палку такую и быстро. Теперь? Глубоко прям, то есть она так пробивает как-то вот внутрь. Вот прям застряли на триггере, и опять же можно его размассировать, размять. Так как здесь мышцы такие большие, можно чуть-чуть увеличить мощность. Тут фактически это такой, как более агрессивный массаж. Да. То есть, когда работа не с сухожилиями, а с мышцами. Тут у нас есть мышцы, которые, опять же, оказывают влияние на регион плечевого сустава, это ромбовидные. И тоже так как массируем. Если где-то находим триггеры, пациент обычно сообщает, что вот здесь, там можно остановиться на подольше. Помним, что у нас вот здесь край лопатки, и туда на кость лезть нет необходимости, а здесь у нас остистые отростки, поэтому у нас вот такая зона для действия. Собственно, это можешь заканчивать. Убираем. Сразу после процедуры наступает такой прямо обезболивающий эффект. И самое главное, чтобы не потянуло геройствовать. Отдохнуть нужно, да? Ну, чуть-чуть, да. То есть сильно. Не нужно. Если сегодня день ног, то как бы нормально, да? Учитывая, что мы колен делаем, это тоже нормально. Но плечо постараться не грузить. По крайней мере, первые несколько часов после процедуры, потому что на фоне обезболивающего эффекта можно что-нибудь себе травмировать, чего нежелательно. Ну, то есть завтра уже можно? Да, конечно. Отлично. Процедуры повторяются обычно раз в 5-7 дней, ну, чаще всего раз в неделю. Раз в неделю. И на курс делается от 3 до 5, максимум 7 процедур, не больше. Доктор, спасибо вам огромное. Процедурки закончили. Пойдемте познакомлю вас с руководителем проекта Юрием Глазков. Знакомьтесь, Юрий Глазков. С
спортсмен, атлет. Я голосом-то держу. Да, красавчик. Хотели мы с нашими подписчиками, с нашими зрителями поговорить о том, как сделать так, чтобы травму не получить, и что делать, если же уже получить. Как сделать так, чтобы Ешанькин сюда не ходил. Спортиков напряг, ну-ка. И они мне прям начали... Хочу вот здесь. А, спортсмены, да? Да. Ну, они же, понимаешь, как спортсмены. Ну, профессионал. А много людей, которые вот, например, да, сквош, тренер. Профессионал? Профессионал. Люда, возможно, ты ее знаешь. Это профессионал? Профессионал. Девочки Ultimate Frisbee, вон тарелочки. Ну, красивая у тебя такая спортивная. Профессионал. Аня, возможно, ты ее знаешь. Профессионал? Профессионал. Вова Канунников. Профессионал? Профессионал. Раз там в какое-то время в неделю, а потом несколько подряд дней... Любитель, черт его знает, эндуро. Ага. А, любимые девочки. Опа. Да, бегают, стреляют. Ну, в общем, вот, вот так. Это тоже повторные такие вот. Говорит, тащили. Надо какую-то хорошую фотографию. Вот. Это быть. Только начало. Это я просто так. Ну да, да. То есть условно за один день постучал. Я хочу, да, вот так вот здесь, чтобы на вас на всех приятно смотреть. Соответственно, бедро, большеберцовая кость над коленем. Внутри передний крест. Соответственно, мы делаем связку. Но вот таким вот образом ее восстанавливая. Сверлится канал здесь, и получается связка. И вот здесь у нее есть слабое место. Это выход связки из сустава. Здесь вроде бы... Вот я мотаю, вот она, идет связка абсолютно хорошая, мощная. Вот она уходит в большеберцовую кость. А вот здесь вот такая вот разрастание. Называется циклоп-синдром. Потому что если зайти в сустав и посмотреть камеры, там будет вот прям как такая плюшка. На глаз похоже. Да. Соответственно, все хорошо у девочки, шикарное стабильное колено, но когда она ногу разгибает, вот эта вот штука ущемляется между двумя поверхностями. Соответственно, ножку она полностью разогнуть не может, она у нее полностью разгибается, но другая переразгибается. Это сделать она не может. Проблема, проблема. Отправил на реабилитацию. Через месяц, если не пройдет, надо залезать опять это удалять. И вот целый день можно вот такие истории рассказывать, они прям прикладные, понимаешь, потому что это же простые люди приходят, и вот со своими вот такими вот историями. И постоянно за буквально день у меня рабочий стол, там бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, то есть 10 человек. Причем это не то, что я должен сохранить, это то, что мне интересно сохранить. Ага. И есть вот такие дурацкие папки, например, МРТ для постов, и вот здесь вот название. Да. Это выросла связка, новая. Бессимптомные мениски, лоскут мениска, опухоль, красивый горизонтальный разрыв, красивый. Колемся, сейчас иду, там, поврежденный, есть, знаешь, какая красивая, смотри, красивая сколько, а, красивая дырка в надосной, красивая складка, красивая киста задний рог, красивая хондрома, красивое сравнительное отсутствие мениска, красивая хондрома, красивый задний рог, красивый кистозный мениск, красивый корень. Ты понимаешь, это профессиональная деформация. Но самое ужасное здесь это другое. А ужасное. Отрезали мениск ни за что. Да, и вот здесь история такая, ну, не буду светить, когда у здорового человека, да, отхреначивают здоровый мениск, ну, потому что колено болит, а мениск есть. Продолжает болеть, естественно. Нет, оно начинает болеть так, как не болело до этого, и там, ну... Ну, мне стыдно, как бы, ну, не то, что стыдно, за коллег стыдно. И очень тяжело с этими пациентами говорить, потому что, знаешь, не мой вопрос. Ну, конечно. Ну, это же ваш коллега, он же там же учился, где вы. И вот такая вот фигня бывает. Мерзко. Ну, ничего. Ну, слава богу, таких немного, но есть. Вот тоже название. Интересный случай. Вот, да, вот так вот это можно. Но там действительно все плохо. Ну вот, допустим, вот этот канал, он должен быть, это опять же вид сбоку, он должен быть не, скажем так, вот здесь, а должен стоять вот здесь. Ну вот, соответственно, в связи с этим связка несостоятельна, она порванная, вот здесь винтик виден. Ага.
Ну и, соответственно, человеку надо что-то делать. Сколько пациентов за год? По количеству операций в среднем это где-то 350-400 операций в год. Ну, это как бы много. Сейчас мы идем в среднюю неделю, 3 операционных дня, это 4-5 операций каждый день. Вот. Ну, соответственно, есть отпуска, есть так, ну, недели пропускные, ну так, да. 400, для частной практики 400 операций – это прям много. Так что, а есть случаи, когда операции не избежать? Но если мы говорим о колене, то есть специальные разрывы менисков, такие особенные, когда мениск рвется таким образом, что связкой воспользуемся, что вот эта вот часть мениска, она вывихивается вот сюда и, соответственно, дает блок, заедает. И человек просто не может физически колено разогнуть. Разрыв называется разрыв по типу ручки Лейки, и он требует хирургии, ну, практически срочной экстренной. Потому что если пока его не вынешь, он ничего с ним не получится. Вынули? Его можно либо вынуть, либо зашить. Потому что здесь, если большой и свежий разрыв, то лишаться... Здесь кто-то сделал. Ну, да. Вот, лишаться большого куска смысла не имеет. И если это свежий разрыв, если это не там, 2 года он у него встал, вышел, сейчас покажу на экране еще тоже. Есть специальные приспособления, которыми мы прошиваем мениски на конце вот такие вот кнопочки. Ну, она уже использована, соответственно, стреляем, кнопочка вылетает, стреляем второй раз, кнопочка вылетает второй раз. И затягивается, как бы все становится хорошо. Вот. Бывает ситуация, когда мениски, ну, надо отрезать эти части. Ну, тоже ничего не поделаешь. Мениск – это такой, скажем, важный амортизатор. И, соответственно, приходится делать так. Вот здесь хорошая анимация, пациентам показываю. Вот так вот это выглядит. Вот так вот делается резекция мениска, убирается поврежденная часть. Вот он, мениск, прокладка. И убирается поврежденная часть, соответственно. Убирается, обрабатывается. А, ну, и такая картина просто получается. Просто как прокол. Да, да? А бывает вот такие вот как раз разрыв, как по типу ручки Лейки он называется. Мы обрабатываем вот такой имплант. Вон, одну пуговицу посадили. Соответственно, вторую пуговицу пробили. И вот такой вот шовчик. Раз, и затягивается. Можно жить дальше. И можно жить дальше, да. Но до этого момента этот мениск торчит вот здесь, и человек не может разогнуть ногу. Вот, соответственно, это требует вмешательства экстренного. Сегодня приходила девочка, ну, тут, знаешь, нам, чтобы что-то снять, просто сегодняшний мой день можно пройти, и все. Сегодня приходила девочка. 10 дней назад какая-то нагрузка, причем небольшая, мода 30 плюс-минус. Небольшая нагрузка, заболела колено, она пошла к доктору, доктор назначил нормальное абсолютно лечение, колено прошло. Вчера... Сегодня с утра крутит велосипед просто в кровати. Резкая боль в колене. Приходит, сегодня было окно, пришла ко мне, без МРТ, соответственно, не успела. Поехала от нас делать МРТ, приехала, а там просто махровый разрыв мениска, который ее не беспокоил всю жизнь. Черт его знает, вот так мы устроили. Это было уже? Скорее всего, что-то было, и она что-то дорвала. Ага, добавим. Потому что чудес не бывает. Вот. Ну вот, вот случилось, заболело там, неважно, в зале, на тренажере, в бытовой ситуации, вот острая боль, ходить не могу, что делать в таких случаях? Что бы сделал я, да, как человек, который... У меня недели 3 назад заболело колено. Так. Поприседал, появилась боль. Понимаю, что боль, в принципе, менисковая. То есть менисковая боль – это боль проекции щели суставной. Думаю, черт, ну, не надо, это не сейчас, планы большие. Только не я. Да, только не я. Соответственно, была нагрузка, я понимаю, что могла какая-то старая спортивная травма сыграть. Но, скорее всего, это какие-то мягкие ткани, здесь их очень много, которые просто натерли мне, сделали воспаление, причем, знаешь, до хромоты. Ну, ни о каком МРТ речь не идет, конечно, я же болеть не могу. Вот, и мениск у меня порван быть не может. Соответственно... Противовоспалительная терапия тоже для слабаков, само пройдет. 2 недели Две недели я это чувствовал и потом начал забывать. Но
Реально, если, ну, как бы, шутки в сторону. Да, так делать не надо. Так делать не надо. То есть врачи, они, есть слово какое-то, в общем, на себя не наплевали, наверное, когда в медицинский пошли. Вот, и, ну да, ну окей, ну что, ну буду хромать. Вот, соответственно, что делать? Прежде всего нужно понять, вот то, что я сказал, объем движений. Если это не на ровном месте, если была какая-то травма и колено в прямом смысле слова заклинило, то здесь вариантов нет, надо идти делать магнитно-резонансную томографию и идти сдаваться. Без вариантов. Если это вот болит, не болит, есть противовоспалительные препараты. В любой аптеке они продаются. Там, не знаю, Немесил, Аркоксия, Ибупрофен, Диклофенак, по барабану. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, если нет язвенной болезни желудка, острого гастрита, подойдет, можно принять хотя бы там 2-3 дня и посмотреть. Если отпускает, ну просто сделать вывод, ага, вот то вот упражнение, или та нагрузка, тот футбольный матч привел к тому, что у меня заболело. Соответственно, пока убираем и скорее, наверное, находим какого-то либо реабилитолога, либо тренера по физподготовке и идем работать с ним. Если ты пропиваешь эти 2-3 дня и ничего не работает, ну делаем вывод, что, наверное, проблема глубже. Здесь уже, ну, кто-то затягивает, кто-то не затягивает. Нужно идти делать магнитно-резонансную томографию. Не УЗИ, не рентген. Молодому, здоровому, не, молодому, может, с тобой не молодые. Здоровому человеку, у которого внезапно заболел коленный сустав, если он в возрасте, да в любом возрасте, вот ничего не беспокоило, она заболела. Магнитно-резонансная томография – это единственный правильный метод обследования сустава. Могут, меня часто плюют коллеги, УЗИ-диагносты, но ни один вменяемый и здравомыслящий доктор, который занимается хирургией коленного сустава, имея на руках только заключение УЗИ, даже от самых топовых УЗИстов, такие есть в Москве, прям, ну, мирового уровня, не выйдет, да? Ну, не пойдет он в операционную. Есть МРТ, и на МРТ вижу я, а не кто-то. Я листаю снимки, смотрю снимки, вижу и понимаю. Здесь тоже очень важный момент, когда я смотрю МРТ, я понимаю, как этот снимок будет выглядеть внутри сустава. Угу. И здесь можно делать выводы. Нужно мне это оперировать или не нужно это оперировать? Потому что если каждый разрыв мениска оперировать, ну, здесь плохо это закончится для ментального, физического здоровья хирурга. Угу. Очень много работы будет. Поэтому, если взять, допустим, ну, человека с острой болью, алгоритм такой. Попробовать исцелить себя самому, не работает, сделать магнитно-резонансную томографию, найти доктора, который занимается спортивными травмами, занимается хирургией коленного сустава. То есть не просто, при всем моем уважении, вот там Павел Липинский, тебе знакомый, у нас работает, и он не оперирующий хирург. Но он, черт побери, знает матчасть лучше любого оперирующего хирурга. То есть он понимает, когда человеку надо в операционную, когда не надо. Там есть какие-то вопросы к консилиуму. Если это просто вот рутинно, человек, который принимает условно там бабушку с больной спиной, следом спортсмен, следом там ребенок и так далее, при всем моем уважении, скорее всего, будет какая-то замыленность. А здесь нужна вот такая топика диагноза и нужно понимание того, как это будет выглядеть в суставе. Потому что бывают ситуации, когда даже несмотря на то, что на МРТ есть повреждение мениска, ну, я понимаю, что здесь нужно консервативное лечение, оно очень хорошо будет работать. Бывают ситуации, когда пациент как бы настаивает, говорит, доктор, ну давайте консервативную. А я вот ему беру, условно, сейчас я даже видео покажу, вчера мы оперировали пациента. Ага. Лоскутный разрыв мениска. Вот прям не ленюсь, беру бумажку и рисую. То есть вот мениск, ну условно, да? Вот он. И бывают разрывы, кстати, как у... Да. А у него был разрыв? У Оксаны был такой же разрыв. Да? И вот так вот встал мениск, и, соответственно, человек ходит, а он прям блокируется. Как это выглядит, тоже далеко не ходить. Мы стараемся снимать все свои операции. Главное, что рассказывать. Да, Инстаграм, кстати, интересный, там вот показано прям как. Вот, а вот вчера вот это, кстати, из сторис. Вот наверху бедро, внизу большеберцовая кость. Смотри, какой лоскут. А, он прям завернулся туда. Вот, так вот, вот он. Нифига, реально. И, конечно, вот это будет давать боль. Он оторвался и завернулся. Как это лечить консервативно, я не знаю.
Операция заняла, наверное, 3 минуты вчера. Отрезали эту часть, убрали ее и все. И все. Ну, вот у Ксюхи тоже так же было. Как она что, убрали эту часть? Вот такой же, только он был... Не целая мама теперь. Зато у нее целая связка, она жила 20 лет с разорванной связкой. Да. Вот, поэтому надо искать доктора, который этим занимается. Занимается в операционной, и бросать это на самотек нельзя. Почему? Потому что вот эта часть, которую я показал, она может в прямом смысле слова убивать суставной хрящ. То есть, болтаясь вот таким вот образом, допустим, как у этого пациента, болтаясь, она приводит к тому, что хрящ суставной, которым покрыты кости, вот эта часть, он начинает изнашиваться прямо в прямом смысле слова. Там может образоваться дырка и... Мы покажем вчерашний опять же день. О, смотри, тот же минист, только другая сторона. И вот видишь, наверху дырка. Так. Сейчас покажу, поймешь. Какая камера? Вот она. Вот в хряще. Вот она, видишь, засунул крючок. То есть это суставной хрящ. Он вот так вот отвалился. Отвалился почему? Потому что вот этот вот фрагмент мениска, и там еще один будет, он просто надавил, разбил этот хрящ. Но, опять же, есть разрывы, допустим, горизонтальные. То есть, когда мениск рвется вот в такой проекции. И даже, пусть он разорван, но он продолжает выполнять, да, он продолжает выполнять свою функцию. Функция – это амортизация. Надо. Надо его оперировать, если человека ничего не беспокоит? Конечно, не надо. Вот. Если человек начинает беспокоить, опять же, вот такие разрывы мениска нельзя отрезать, резицировать. Потому что отрежешь, и перегрузка будет огромная, а эти разрывы мы зашиваем. Очень много нюансов. Прям вот каждый, я говорю, почему не удается, ну, конечно, выгораем мы все, но тем не менее, почему вот это все, оно в каком-то драйве в таком. Потому что каждый раз у тебя новый вызов тебе. И ты, черт, вот, а вот что здесь, а вот как здесь делать? Один случай у меня был вообще потрясающий, значит, я не помню, рассказывал тебе, не рассказывал. Приходит парень, молодой спортивный парень, играл в футбол, что-то с коленом случилось. Полтора месяца лечится, за полтора месяца ему покололи туда гиалуроновую кислоту, покололи плазму, поделали какие-то физиопроцедуры. Все смотрят на снимок, на МРТ и, блин, не понимают, что происходит. Приходит ко мне, мы смотрим колено, колено не разгибается. Не понимаю, смотрю на МРТ. Ну, не должно оно себя так вести. Да, есть изменения, есть какие-то потертости, есть... Не должно, то есть понимаю, что что-то не то. И я вот сидя на приеме, пытаюсь, ну думаю, ну человек пришел на прием, ему надо мое мнение. Я думаю, надо как-то выкручиваться. Ну то есть, ну что-то придумывать, да. Вот прям реально придумать, потому что я не понимаю, с чем проблема связана. Тут в какой-то момент смотрю вот сюда, а здесь обычно пишут, кто это, там сколько лет и так далее. Так. И понимаю, что это МРТ человека, кому 60 лет. Это не его МРТ. То есть он в течение полутора месяцев обошел очень много докторов, которые лечили его по чужому МРТ. Ну, понятно, что без злобы. Ну, я случайно увидел. Серьезно? Вот. И что только ему не делали. Оказалось, что вот как раз вывихнутый мениск блокировал колено. И там, условно, через неделю мы его соперировали, и как бы на этом все закончилось. Представляешь, вот, то есть, ну, это казуистика, понятно. Ну, вот, можно сказать, что это прикол. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Но у меня вот такое было один раз. То есть прям, ну я не понимаю, что, ну то есть не его колено. Понимаю, что какое-то изношенное, но оно может болеть. Но то, что оно вот в блокаде, он не может его разогнуть, такого быть не может физически. Что такое там? А вам правда 60 лет? Он, в смысле? Я говорю, и фамилия ваша там? Иванов. Нет. Я говорю, ну значит не ваш диск. Вот так вот. Пошел, переснял, перепутали диск, да. Пошел, переснял, и, соответственно, там уже, да, картинка, собственно, как мы и думали. Жена. Вот она в гимнастике, да, много-много лет. Она как раз передавала привет и сказала, задай от меня вопрос. Девочки, говорит, у нас в сборной те, кто травмировали колено, делали операцию, и потом жаловались на то, что второе болит сильнее, чем то, которое оперировали. Тот момент какой, что девочки гимнастика, это ну гимнастика, гимнастика, у нас много пациентов и синхронного плавания, прыжки в воду, это все гипермобильные люди.
Ну, спортивницы, наверное, не совсем. Спортивницы, они скорее травму получат, да, но все равно нюансы с суставами есть. Почему перегружается? Потому что, не совсем правильно, корректно работают суставы спортсмена, потому что он получает большую нагрузку, нежели чем среднестатистический человек. Плюс, если есть какие-то особенности анатомии, например, та же гипермобильность, совершенно по-другому суставы переносят нагрузку, и с ними, ну это тебе уже лучше знать, нужна другая система подготовки. То есть, если у человека нога выгибается в другую сторону, то, соответственно, мышцы ему надо укреплять как-то по-другому. Но это художниц. Нет, спортивные, они же жесткие, они же такие все, наоборот, у них нет такого переизгиба. Здесь, по-видимому, перегружается в момент лечения одной ноги, перегружается вторая нога, и, соответственно, это приводит к жалобам. Продолжает ее нагружать. Есть интересная статистика, что когда, ну, это на уровне атлетов делали в Америке исследования, когда рвется передняя крестообразная связка на одном колене, и она реконструируется, то есть делается заново, то возрастает относительно здоровой популяции порвать связку шанс не на том колене, которое оперировали, а на противоположном колене. Вот. Вот это прям, ну, это наука, которая об этом говорит. Да? Да. Перегружается раз, и в ряде случаев бывает, что это колено укрепляется и работает лучше, нежели чем твое здоровое. Соответственно, на это еще и нагрузка больше. Угу. И в моменте только происходит травма. Да, это прям четко. Как избежать? Я думаю, что это... Больше нагружать. Ну, скорее надо более равномерно нагружать оба колена. Бывает как? Когда человек работает без реабилитолога, ну, вроде прооперировали эту ногу, значит, соответственно, ее и надо восстанавливать. Но это же не так. То есть надо и на вторую ногу нагрузку давать, и упражнения для второй ноги давать, для того, чтобы этого не было. Поэтому это вот так обычно происходит. Есть. Но у нас прям, вот у меня, скажем так, возможно, ну то есть невозможно, а есть у людей анатомические предпосылки. То есть очень часто соперировал одну связку, через год к тебе приходит человек со второй связкой. Соперировал один мениск, одно колено, через год, через два приходит, сейчас у меня просто вот прям череда таких пациентов, моих старых, через год, через два приходит то же самое со второй ногой. Вот, скорее всего, это особенности анатомии. Анатомии, скажем так, строение, наверное, колена. Вопросики от наших уважаемых подписчиков. Коленники или бинты на приседаниях? Нужны ли? Ну, если... Да в любом случае нужны. Но если это не 50 килограмм на 10 раз, то да. Зачем? Ну, некоторые считают, что наоборот надо укреплять. Приседать без бинтов, без наконечников. Я тут, знаешь, наверное, как... Типа так будет крепче. По таким вопросам я как потребитель скорее. Ага. То есть, как человек, который это использует, либо не использует. Мне они помогают. Мне они помогают сделать... Как доктор. Что... Как доктор? Здесь. Как доктор, скорее лучше скомпрессировать. Потому что, ну, да? Что они забирают? Ничего они не забирают. Они у тебя заканчиваются вот здесь, на уровне практически сухожилия четырехглавой мышцы. Нагрузка на мышцах вся остается. Все остается, конечно. То есть просто сустав... Компрессия у тебя становится более стабильным. Здесь никаких проблем. Но единственное, не надо ходить в них... Постоянно. На тренировку надел, работал. Нет, на тренировку тоже, но только на приседания ты их одел, потом спустил. Да. Ну, потому что в них некомфортно ходить, это раз. Они пережимают здесь низ, как правило, ну хорошие наколенники такие плотные, пережимают здесь низ два, то есть, соответственно, у тебя получается кровь хуже уходит из голени. Поэтому либо одевать гольф и сверху наколенник, либо просто поприседал, снял все. Можно ли разболтать или ослабить сустав? Думаю, что здесь больше такая некая наша индивидуальная физиология. Сустав либо разболтан изначально, ну, то есть я не представляю себе, как можно растяжкой разболтать. Можно сделать более гибким, более эластичным, это да, но за разболтание у нас отвечают связки. Это прежде всего боковые связки, внутренняя боковая, наружная боковая, и в большей степени это крестообразные связки. Передняя крестообразная, задняя. Стабильность сустава. Этих, да? Связок получается. Да. То есть растянуть их, по сути, невозможно. Ну, практически нет. Ну, да. Нет, здесь можно, ну, то, что касаемо, допустим, шпагата. Мы же не растягиваем сустав. Мы растягиваем мышцы, которые там идут. Мы растягиваем связки, которые там. Здесь же, ну, как нам надо вложить, наверное, ногу. Тебе сесть на меня, и вот мы будем не растягивать сустав. Как, каким-то образом другим это сделать невозможно. Все вот это больше, чем
наша физиологическая норма, мы не сделаем. Коленный сустав – это булковидный сустав. Тазобедренные, с растяжкой, кстати, тазобедренный сустав, интересно, с растяжкой тазобедренных суставов может быть проблема людям, которые единственное не соответствует, это левое, там это правое. Там же еще от, зависит от строения. Прежде да, всего, конечно. То есть вот тазобедренный... не дает вот этот... Ну, единственное, право-левое, не совсем корректно показываю, но смысл будет ясен. То есть мы пытаемся сесть на глубокий сет. Продольный. Не-не-не, на шпагат. А, на шпагат. Да, шпагат. Мы пытаемся сесть на продольный, поперечный шпагат. И бывает анатомия такая, что вот здесь и вот здесь будет соударение, мы называем это импичментом, и просто физически кость тебе не даст это сделать. У тебя могут быть шикарные связки тянущиеся, капсулы суставов, все здорово, но механический импичмент, он не даст это сделать. То же самое, почему, например, ну, как правило, проще сесть на продольный, нежели чем на поперечный. Именно поэтому. Сюда. На продольный у тебя, получается, ничего практически не мешает. А поперечный у тебя упирается вот так сюда. И получается что-то... Ну, если прям человеку это не нужно, правильно? Не нужно. Ну, как бы. Ну, не нужно. Совсем. Совсем. Ну, нет, ну, бывает желание. Да? Ну, желание есть или студии, там спорт, растяжки, да. Шпагаты и так далее. Ну, почему нет? Но если чего-то не получается, есть смысл пойти сделать обычный рентген. И по рентгену, чтобы доктор посмотрел, вообще физически тебе это возможно или нет. Потому что если набивать вот здесь вот, ну, скажем так, лучше точно оскомину, то вот здесь будет еще большая деформация и еще больше костный нарост. И вот здесь будет еще больше костный нарост. И это может приводить к проблемам в обычной бытовой жизни, а не в спорте. Что делать, если на беге резко начинает колени болеть? 33 года, высокий, в момент бега боль по внутреннему отделу сустава. То есть, если показывать, то это где-то вот здесь. Заходит в кабинет, знаешь, такое ощущение, что болит спина. То есть, ну, представляешь, вот как человек. Вот, нет, вот поясница как. Выясняется, и МРТ это показало. Значит, он практически себе устроил, есть у бегунов такая проблема, стрессовый перелом. То есть, вот здесь, внутри, в кости, возникает такой внутренний перелом. Острая боль, как правило, по внутренней поверхности, ниже сустава, это проблема. Очень частая штука у бегунов – это синдром илиотибиального тракта. Илиотибиальный тракт – это большое массивное сухожильное растяжение, которое начинается у гребня подвздошной кости, идет по всему бедру и крепится вот здесь вот, на голени. И вот в этом месте оно в прямом смысле слова трется. И это приводит к острой боли. Я сам это ловил ощущение. Мы ходили, делать было нечего, отдых в горах Греции в горку и обратно. И в какой-то момент я понял, что я на ногу наступить просто не могу. Проходит само, без какого-то лечения. Мерзочайшая штука, потому что, ну, ты просто не функционален. Ты, условно, на втором, третьем километре у тебя отказывает нога. Но при этом у тебя все цело, у тебя нет повреждений никаких. Связано это с трением илиотибиального тракта. Так называется синдром илиотибиального тракта. И в совокупности с изменениями вот здесь вот суставного хряща надколенника, что у бегунов бывает очень часто. Это называется колено бегуна. Есть такой термин прямо. То есть вот это илиотибиальный тракт плюс хондромаляция надколенника. Есть еще колено прыгуна. Острая локальная боль под коленной чашечкой. Это воспаление, это тендинит собственной, ну не собственной, а связки надколенника. Вот такая история. То есть смотри, вот сейчас буквально... А это от чего? Это от приземления вот этого жесткого? Или от отпрыгивания? Скорее, наверное, если по анатомии, то от отпрыгивания. Да. То есть вот этот вот момент стартовый. Вот. То есть настолько здесь все. Вот я говорю, что, как я всегда говорю, можно положить ладонь на колено, и вот я здесь схожу просто подряд тын-дын-дын, 20 минимум причин боли, имеющие разные причины, имеющие разное лечение. А по локализации отличающиеся вот буквально на несколько сантиметров. Написал книжку об этом. Скоро выйдет. Подписывайтесь. Инстаграм. В Ютубе много, да? Мы с тобой тоже снимали. В Ютубе у меня... В Ютубе есть что посмотреть. Почти что 80 с чем-то тысяч зрителей. Вот так вот. Так подписывайтесь на канал Юрия Глазкова в Ютубе. И читайте его книгу, которая скоро выйдет. Берем людей, которые там за 50, скажем, не занимались, но хотят, или там с детьми, приглашают их в горы поехать, хочу кататься. Но это же, ну, глупо, как бы сразу встать и поехать не получится. И чтобы не повредить, что рекомендуете делать? Упражнения, ЛФК, тренировки, что нужно, можно?
Ну, вот старший возраст, ну, раньше у меня там, старший возраст 45+, сейчас старший возраст, ну, после 50, и вот я говорю, через 4 года у тебя будет там через 3, ну, после 55 у вас это может быть, мне-то 50 уже, поэтому так снижу, то есть тихо, ну, слава богу, в хорошем здравии. Я думаю, что, честно, если человек в возрасте 55 лет встает впервые на лыжи, при этом не имеет нормальной физической подготовки, то вставать не нужно в принципе. Просто не нужно. Вот просто не нужно. Потому что большое количество пациентов, зима, очень часто сидит женщина. Ну, я понимаю, что по физической форме, ну, вряд ли она вот продвинутый райдер. Ну, вряд ли. И выясняется, что дети затащили с собой куда-то, там, ну, в наших условиях, на Красную Поляну. Все хорошо, вкусно, хороший отель. Мама поехали с нами, воздух. С внуком некому сидеть. Ну, интересно же, такие же катаются. Ну, выясняется, что просто те катаются уже по 20 лет, а тут ей берут инструктора. До этого ей купили хорошую, красивую экипировку. Все здорово. Взяли хорошие лыжи. Но опыта-то нет. И координация-то другая. То есть, если ты не занимаешься этим в течение жизни, то координация, ну, ее же... Ну, что мне тебе рассказывать? Это невозможно. Молодежь может нарабатывать, а нам уже достаточно сложно. И когда ее нет, когда ты не умеешь падать, когда ты не умеешь группироваться, когда у тебя может быть какая-то вот эта вот 3D-модель даже понимания себя в пространстве, она немножечко уже другая и замедленная, это катастрофически травмоопасно. И вот эти вот женщины, они говорят, я покататься-то не успела. Я, причем женщины чаще, чем мужчины. Я вот вышла с подъемника, упала, и вот что-то там у меня в колене случилось. Ну и зачем это надо? Но есть другая категория людей. Это опять же женщины, которые по внешнему виду, честно, ну, не райдеры. Но выясняется, что это мега продвинутые райдеры, продвинутые, чем ты и я, которые катались 30 лет еще там с Советского Союза, еще там какие-то. В Закарпатье они начинали, понимаешь? И продолжают сейчас. Ну, просто они немного видоизменились за эти 30 лет, но все навыки, все осталось. Поэтому вот две категории. Начинать, мне кажется, что поздно. Как восстановить немного поврежденный мениск и надрывы связок? Если мы говорим о сухожилиях, которые здесь идут, то, наверное, да. Могу сказать, что надрыв передней крестообразной практически не бывает. То есть она либо порвана частично, вот либо цела. Надорвать ее можно, но очень сложно. И она там биомеханически, она удерживает колено. Зачем она нам нужна? Передний крест удерживает колено вот от этого смещения. Ага. То есть, если это смещение пошло, то она скорее рвется. Но, опять же, по описанию МРТ обычно говорят, частичное чего-то там. Ну, и человек это воспринимает как у меня частичное повреждение, начинает это лечить. Соответственно, лечить это можно с помощью тебя. В зале, упражнениями, и это будет работать наиболее хорошо. Это же не так, что там недельку чудо-чудо нет. Чудо нет. Это же прям реально работает постоянно и долго. Ну. И потом очень хорошо, если эта работа переходит в некий образ жизни. Да. Вот это вообще круто. Значит, частично мениск, ну, если частично мениск, он не болит. Значит, если болит, то там какая-то есть другая проблема. Да. Гиалуроновая кислота, коллаген, глюкозамин, хондроитин. Стоит ли принимать, надо ли, помогает или нет. Вот, вот препараты из серии там, для суставов. Да. По поводу гиалуроновой кислоты. Есть большое количество исследований, которые говорят, что она не работает. Есть точно такое же количество исследований, говорящее, что она работает и работает хорошо. Здесь, наверное, за последние 20 лет я, помимо данных литературы, ориентируюсь на свой опыт. Когда это нужно делать, когда это не нужно делать. Надо понимать, что гиалуроновая кислота – это продукт, который есть у нас в норме. И человеку, у которого чуть-чуть болят суставы, давайте мы будем делать гиалуронку, наверное, скорее нет, потому что можно активизировать свою работу в том же зале. Сустав при нормальной работе, он вырабатывает достаточное количество гиалуроновой кислоты. Но, если в суставе есть проблемы, если суставной хрящ, вот я здесь показываю, да, у меня уже вот здесь вот он разрушился, вот такие вот дырки в хряще, но, конечно же, ему нужна помощь. Гиалуронка это уколы. Уколы, ну, да. А есть же таблетки. Гиалуроновой кислоты? Ну, да. Не, ну это даже, я даже серьезно это не обсуждаю. Нет, вообще ни о чем. И уколы, да, уколы работают, но опять же, если не расширены показания к их применению. К сожалению, сейчас бывают ситуации у коллег, что наличие сустава у пациента является показанием для того, чтобы туда уколоть и что-то заработать. И именно из-за этого большое количество негативных, отрицательных отзывов от пациентов. Бывает другая ситуация.
разрушенный сустав, делать ему вот это, да, то есть, собственно, менять, делать протез, делают эти уколы. Но опять бывает третья ситуация, что даже в этой ситуации, когда изношен сустав, высоко концентрированная гиалуроновая кислота, введенная внутрь, на какой-то промежуток времени помогает, потому что не все, и больше даже основываясь на общее самочувствие, общее состояние, не все готовы к этой операции. Потому что операция действительно тяжелая. Ну, меняется полностью колено. Ну, да. Вот. И вот здесь уже, ну, так 50-50. То есть мы говорим с пациентами, объясняем, что это может не помочь, что это дорого. Ну, то есть решайте сами, по большому счету. То есть если надо брать где-то там кредиты на это, делать это точно совершенно не нужно. По поводу того, что можно через перкос, как мы говорим, да, через рот принять. Из полезного. Коллаген. Исследования есть, которые говорят о том, что он помогает суставам, но везде есть сноски. Недостаточный опыт, недостаточно данных для того, чтобы утверждать, что это вот прям нужно принимать всем и что это хорошо работает. По поводу хондроитина с глюкозамином у меня есть своя позиция, с ней не согласны все мои знакомые ревматологи, которые всем назначают хондроитин с глюкозамином. Он по исследованиям обладает небольшой противовоспалительной активностью. Но то, что он делает что-то с хрящом, вот убей меня, это не так. Невозможно. Ну, невозможно. Ну, как возможно вот эту дырку, которую я тебе показал на видео, как возможно ее закрыть? Это первый момент. Второй момент. Таблетка – это полисахариды. То есть, это цепочка. Эта таблетка не может попасть вот целиком в кровь, и с крови прийти условно вот сюда, там, или сюда, или сюда. Ей нужно разложиться на более простые структуры, которые всасываются в кишечнике, а дальше, ну давай, да, логично, да, вот, и она вжух, как это, Стражи Галактики, мы тут недавно посмотрели, и вот она вжух, и на тебе, и именно вот сюда тебе. На меня ругаются, я говорю, но тем не менее, я говорю, что когда накрыли колумбийских наркобаронов, они изобрели хондропротекторы. Потому что наркотики – это зло и запрещено, а вот хондроитин с глюкозамином – это можно. Но 19-й год, ассоциация общества экономической и клинической эффективности оценки лечения остеоартроза, европейская организация, включает хондропротекторы в первый список лечения начальных проявлений остеоартроза. Но при этом они пишут, что, здесь могу путать, кажется, что совместное применение хондроитина и глюкозамина снижает действие глюкозамина на какой-то большой процент, поэтому принимайте отдельно. Но есть другие истории. Ходит ко мне вот в два раза больше, чем ты, человек, и говорит: слушайте, вот расскажу, не поверите, у меня хрустели все суставы. Пропил препарат, там не буду название называть, хондроитин содержащий. Пропил препарат. Через неделю у меня перестали хрустеть все суставы. Ну, не от препарата же. Что-то случилось у него в организме, и действительно это перестало хрустеть. Это первый момент. Второй момент – это, как правило, люди, ну, в таком вот среднем возрасте, которые верят в это. А плацебо – это очень важно. И они принимают, и им действительно становится легче. Блин, как можно там представить себе и поверить в то, что сейчас у меня сустав пробил, кирогор. Даже не ешь тебе рапорт, это раз, по телевизору тебе объясняют, это два. Ты купил, прочитал, руководство к действию, да черт побери, это... Потом еще ты заморочился, нашел какие-то исследования, которые об этом сказали. Ну, ты начинаешь принимать, и тебе становится лучше. Ну, пожалуйста. Ну, и не важно то, что ты каждый день занимаешься лечебной физкультурой и... принимаешь там какие-нибудь противовоспалительные таблетки, поэтому... Артроз колена второй степени. Возможно ли укрепить колено и обойтись без операции? Я бы сказал так. Артроз второй степени – это прям плохо совсем, да? Давай так, артроз второй степени – это, ну, опять же, это все рентгенологические... Нет, рентгенологические классификации. То есть артроз второй стадии – это когда проблемы с хрящом, это когда имеются уже костные разрастания, и, по сути, сустав начинает работать в неблагоприятных условиях, в неблагоприятной биомеханике, амплитуде. Это, конечно, сопровождается болями. Если человек не хочет делать хирургию, а вторая стадия артроза – это, ну, честно, если вот по учебнику, то это показание к эндопротезированию. Вторая, третья стадия. То на первом месте здесь как раз лечебная физкультура. На первом. Дальше уже
противовоспалительная терапия, те же инъекции, там, ну, надо зависеть, смотреть от ситуации. Но не надо всегда вот на это, скажем так, обращать внимание, потому что очень размыта вот эта стадийность. И когда, как правило, человек приходит и говорит, у меня вторая стадия артроза, я открыл интернет, вторая стадия артроза – это показание для того-то, того-то, того-то. Или то же самое с повреждением менисков. Есть дурацкая классификация, классификация Постоллера, ее используют все люди, описывающие МРТ. И когда ты вводишь там, повреждение мениска, Столлер 3B, тебе четко пишут, вам нужна операция. Говорит, доктор, мне нужна операция. Абсолютно не всегда, потому что я говорю, что человек, который описывает МРТ, человек, который смотрит МРТ, если это врач моей специальности, он должен понимать, как вот это будет выглядеть внутри сустава. Все. И в зависимости от этого понимать, потому что не будет ли эта операция зазря. А если рутинно смотреть, то в принципе любое повреждение мениска можно отправить в операционную. Ну что я буду думать? А еще хуже ситуация, когда врач на первичном приеме говорит, да, повреждение мениска. Ну хорошо, посмотрел диск. Да, повреждение мениска. Идите, вот оперирующий хирург. И человек просто не понимает, куда, зачем, чего. И бывает ситуация, когда он приходит, а операция не нужна, а уже, извините, назначена. Ну да. Я полагаю, что на сегодня достаточно. Друзья, пишите свои вопросы. Возможно, в следующем выпуске поговорим о других суставах. Здесь вот есть у нас некоторые другие части людей. Оставляйте вопросы, комментарии. Подписывайтесь. И напоминаю, доктор Глазков в Инстаграм, в Ютубе. И книжку представим на мероприятии в октябре. Ну, и прошлое классно. Видео внизу а написали. Сколько денег он тебе заплатил? Кстати, посмотрите прошлое видео. Biotech USA. The feeling of success.